Дорогие рукодельницы, помните, я вам показывала ткань и пряжу? Пряжа уже израсходована, уже готов жакет. Ткань тоже, видите, это платье, которое мы специально шили под этот жакет. Потому что, когда у нас есть какой-то проект, надо обязательно предусмотреть, с чем вы будете носить это изделие. Разве у вас не так? Я надеюсь, что так. Жакет есть, вот он, платье есть. В ближайшее время расскажу, как вела себя пряжа и как надо поступать с этой пряжей, чтобы она стала мягкой, легкой и более-менее приятной, потому что это хлопок, чистый хлопок, ну, жестковат. Что я делала, чтобы привести эту пряжу в состояние, которое можно носить. И покажу, как смотрится вместе платье и жакет. Не пропустите!